вернул босса, что его откинул. Рука была примерно в черепе. Вот даже, наверное, прям в черепе. И его клевануло ошеломляющим и выкинуло с руки. И сразу после этого. Да. Я стоял, руки два. Тебе есть разница отворачивать вправо или влево? Нет разницы никакой. Отворачивай влево, не снимешь. Так я его влево сейчас и отворачиваю. Почему он черепа типа от этого откидывает? Так череп слева находится? Не в черепе, но я со стороны типа звездочки. Короче, вправо сейчас отворачиваю. Не в череп. Ну да, типа ошеломляющий вправо, а адский влево получается. Ну, типа того. Адский по рейду. Я бежал. Давайте фулл рабафи погнали сразу. Давай, Арчен, на пол идите. Меньше двух влево отворачивать, типа от звездочки в череп отворачивать? Не, не в череп, а наоборот, от черепа. Ну, я от него и отворачиваю. Почему откинуло тогда? Ну, типа, север стоял в черепе, его откинуло. Понятия не имею. Воск оставал ошеломляющий удар в звезду. Mm-hmm. И задел конусом череп. В север. Угу. Обновите химию, ребят. 3% не хватило по ДПС. Давайте дожмем. Он всегда кастует ошеломляющую звезду. Ну, там нет вариантов. Там просто, ну, так. Анлакс. Алло. Просто после ошеломляющего как-то резче реагируете в череп. Ну, если там метка. Руки будут. Это можно было закрыть. Нет, там миллисекунды были. Тихо. Геру со старта дается, ну. Да, давайте со старта сейчас дадим. Потому что мне кажется, что она откатит. Мы 13 минут били. Ну. Ну, РЧ на пол, да. РЧ на пол есть, все, все готовы. Да. 5, 4, 3, 2, 1. Гера? Гера, да. Сука, в дверь звонят, блять. Не открывай. Угу. Тебя нет дома. Сейчас я руки. Руки. Все, я пошел дверь открывать. А почему? Печку активно только что. Не, почему он не повернулся в звезду? Почему он не ЧП был? Что здесь? Себас, Себас, Себас. Вот, дай ЧП по ЧП. Далеко. Сам, сзади закрутим. Квадратик. Квадратик, сука. Ну все, выжили. Заход его под лицом, нет? Типа. Там РДДшник охота хилит. Только щетки кидают. Закрою, закрою, закрою. Заход. Давайте БРТ дадим. После каста. Ой, да. Блять, ну, ну как так? Вставай. Он уже встал, он умер. Дай ему БР. Не пытались. Могу это уже.
Дайте герб. А у нас один шаман, так что не, нету герб. Это сзади забрать. Если что, он тут наверх стрелки. Это что, не кидай, не кидай. Скажу. Да. Левый, левый, левый. Возле крестика. Все, ушли. Мэри Джейн, уходи. Смотри там аккуратнее. Ой, Себастьян. Сейчас, видимо, вас застояли. Черепочек. Ну, вот двух человек. ГГ-снип и пафы еще. Не стойте там, ребят. Поставьте там ТП на случай руки и все. Закрой центр. Аптик, подхиль, пожалуйста. Ор не прошел, что ли? Или щиточки все скушали? Вот я еле выжил. Ты затворачивай скоро, готовься. Да как-то хуево стоит босс, мне кажется. А он, по-моему, твикался, да. Мне кажется, босса надо по-другому стоять. Ставьте босса с другой стороны печки. Вы стоите сейчас, ну, типа, с правой стороны, ставьте сюда, типа. Да, там луна будет, то же самое. Ну, типа, в луне ж никто не стоит. В луне ж там огонь разольется и... Не, руки не стакаются. Ставьте его просто спиной, ну, лицом прямо вот туда, в печку в эту. Вот прям туда, не в звезду, а прям ровно к стене. Чтобы он кастовал удар в стену, а не влево. Или так. Вы сами там корректируетесь уже по факту. Давайте все просто в стран сделаем, мы все сейчас соберемся. Слушай, я соберусь. Давай. Давай, давай. Со стороны печеньки только в начале руки появляются, потом вообще ничего не появляется. Появляется только на центре и в районе черепа. Рыба около дерева. Ставьте звезду как-то с другой стороны печки. Не будет череп откидывать. Мы сейчас упали и победный трай, и этот тоже. Из-за этого просто. Гуся с раскинем. Да, сейчас раскинем. Кому там накинуть можно? По силам, потому что кто падает. Ну, захота нужен, бафа еще нужен. Давай ЧП. Гудлик захота, и вот север ЧП, бафа еще на себя.
переставишь звездочку? Я просто сейчас буду босса двигать еще раз. Или в центре. Я вначале ставлю его, типа он нормально стоит, никого не задевает, а потом он мне каким-нибудь моментом как-нибудь криво толкнется, у меня нет времени, чтобы его двигать. Я думаю, что пофигу, а оказывается, что не пофигу. Тыкните. Видел, в районе звезды мы никогда не закрывали руки. Ну, типа, ну или в мелизоне прям появляется, или это. Или в черепе. Кулаков нету, Ханков. Че, вот тут можешь попробовать ставить? Там откинет. Если ровно встать, не откинет. Там текстура, посмотри какая. Она буквально на уголком таким текстура. Видишь, какая она? Очень кривая. Так. Не, смотри, там после откидывания босса можно чуть-чуть подвернуть. Типа он... Гуляем? Не-не-не. Блядь. Рокси тут. Да, я здесь. Все, все тут, все, тогда пуляем. Там просто твои не готовы были. 5, 4, 3, 2, 1. Гость, спас, в середине. Геро. Дрейнер, Геро. Андрю, настаканный мужчина. Дон, вам нужна помощь? Да, помощь эксперта. Конечно, старая уже. Чё мне так пугает? Иди сюда. Лево закройте, типа, за крестик. А боссом закройте. Надо страшно. А что, они закрыли руку опять? Да. В черепе была? Под боссом, походу, была, но никто не сказал. Под боссом всегда коты есть. Я сказал же, под боссом закрыть. И ТЧП убил, потому что на нем дебаф был, и на мне дебаф был, и не закрывал. Ну я бегал, там трапы ставил, я мог закрыть. Дайте мне, я не слышал, что там нет никого. Сам что-то не видел. Да давайте это, может, хватит на сегодня. Там был сейчас. Один раз давай попробуем. Слушайте, а сколько рук появляется? Три. Всего три, да? Да, вот мне тоже сказал про строй. Все, давайте без этой херни бёрнской. Была строй, значит, была строй, все. Похоже на рекламу. Викинг. Викинг — это плюс ДПС. Сейчас подумаем, какой день поставить. А не в какой вообще. Да лучше добивать уже сегодня, мне кажется. Да никто не хочет уже добивать.
Уже все на минус морали, надо другой день. Ну, состав не полный, блядь, хуйню какую-то натворили, блядь. Ну, Рокси ливнул. Не, ну сейчас мы точно, сейчас все свободны, только ЕПшку начислю. Завтра можем или нет? Завтра заходит? Суббота. Ну и чё, суббота? Да, Дрич, заходи за замену. Да, ничего страшного, я второй сажу. Слава богу, что в первый не попал. Вы должны были посмеяться вообще-то, а? А тут уже все такие, там, заебанные. Я не могу, я тыкаю по Дискорду, что-то ничего не вижу вообще. Что-то куда я тыкаю? Да Саша плохо, говорил, понедельник, вторник будет так, первый, второй рейд. Ой, понедельник, воскресенье. Портал, ребят. Хватит, это можно. Давайте понедельник. Только не перепутайте. Не, ну там не понедельник, там понедельник будет. Да, сейчас точно РО, типа, можете офиться, я у ЕПшку дам, но либо вторник, либо суббота. Но суббота не выходной, так что я думаю, что лучше вторник. Кто вторник сможет, да? Кто нет, то нет. А если я не знаю, смогу ли я или нет? Ну, оставь не... вопросик. Я там ничего не отмечаю, я курить ушел, мне типа похуй, там надо, блядь, приду, не надо. Ну да, можно завтра. Я тоже бы завтра убил. Давайте сейчас это закончится голосование. Да, я честно хуй знает, блядь. Нам нужно, блядь. А, ну у нас по сути есть Сершама, блядь. Долбоёб какой-то конченый, блядь. Серьезно, блядь. Корнес, блядь, номер два, нахуй. Да. А мне прям скоро четыре куска доберу на свой. Да не, просто это, блядь, сопли ебаные, блядь, там типа, вы, блядь, правила, хуявила, блядь, чел, ну ты типа играешь, блядь, ну не знаю, блядь, ну для удовольствия. То же самое по поводу субботы. Да, нет. На субботу, да? Да, субботу. Это завтра, да? Слушайте, да. Субботу все могут, ну тут только викинг не может. Ну вообще охуенно. Давайте завтра посмотрим, типа, ну, соберемся, типа, соберемся. Не слышим, на 8 дам, или дам раньше, просто, и разойдемся. Слышишь, на 8 или раньше? Вот ну, не, на 8, на 8. Так, что у нас тут по ЕП 750 за килл этого и за 3 часа драйв 1200-1950. Блядь, нам нужно просто этот, я, типа, ну, у меня предложение... я бы, наверное, предложил сейчас ЧП, попросить помочь, вот, но всем ебальники позакрывать, потому что он хорошо понимает вообще, что происходит, как бы, и в целом там может всю картину видеть, чтобы не 4, 5, 6 человек говорили, а двое хотя бы. А то, как бы, анонсы есть, но лишние, как мне кажется. Донт надо с Викинга снять и Мэри Джейн точно отчислить, у нас Рэдли любого. Да, сейчас сделаем. Сейчас я с ЧП поговорю. Все, ребят, всем удачи, тогда пишите, да, когда там поставить. Ну, завтра 8 часов, да. Я сейчас завтра все-таки, да? Все, да, хорошо. Завтра 8 часов. Хорошо. Завтра это заебись. Все, можно выходить в среду, да? Можно выходить, да. Снимите мне ИП, я же говорю, автор не правил. Да, сейчас снимаю. Я тоже извиняюсь, что так получилось, но я просто... Ребятам обещал, как бы. Да, все нормально. Да, тебя уже отмазали. Слушай, блин, ты ж ну, типа, ну а чё? Он действительно отпросился, блядь, ему разрешили, и в чём его-то вина? Да, в том-то и дело, что я в чём-то. Я сам думал, что мы зайдём на полчаса сегодня, типа на 40 минут, может быть, максимум. Это, а сколько там ЕПшки дали за трай, да, дали ЕПшку? А такую, да, типа, можно зайти полутать, чтобы, которую я во втором рейде не полутаю? Или нельзя? Меня охуел ли, мужик? Я вас слушал, сидел, блядь. Че ты, блядь, слушал, ты сверху там с дверной пиздел? Ну, нас людей не хватало, мы, блин, били вот сколько, вот 20 потело. А нам не хватало ДДшника, сука, ты даже не заходил. В этом хуй? Да. Тебе вообще ГП надо, уебать. Нет.